Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня я хочу вам записать ролик, ну, про Garden of Banban, но у меня вот такая проблема, я ее никак не могу решить, помогите мне, пожалуйста, кто знает. Я вот захожу, Garden of Banban, все хорошо, вот, все загружается. Дисклеймер, все нормально, то я захожу. Понятно. Как вы видите, у меня вот такая темная штука. У меня графика на минимуме стоит. Вот. Ну, если их поставить на большую. То у меня вот тут все темное. То есть я никак не могу исправить это. Дальше, что у нас здесь? Яркость я ставлю на большую, все равно ничего, даже в игре все темное, я не могу никак ее пройти. Так что мне делать то я не понимаю, помогите мне, напишите в комментариях, буду проверять. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока.